Житель Махачкалы украл себе невесту и дважды выстрелил в ее брата. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана, молодой человек намеревался жениться на девушке. Согласно данным надзорного органа, похищение произошло в 2017 году в столице республики. Вместе с тремя своими родственниками махачкалинец насильно схватил и посадил девушку в автомобиль. Как утверждает следствие, при этом ей были причинены телесные повреждения. После этого злоумышленники отвезли потерпевшую в арендованный частный дом в поселке Караман-2, где похититель удерживал девушку против ее воли. Однако спустя несколько часов пострадавшей удалось сбежать. Кроме того, в последующем молодой человек дважды выстрелил из пистолета в двоюродного брата девушки, причинив его здоровью тяжкий вред. При этом, как отмечается в сообщении в региональной прокуратуре, оружие хранилось у обвиняемого незаконно. В настоящее время житель Махачкалы обвиняется сразу по трем статьям – похищение человека, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. Соответствующее обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Дагестана и направлено для рассмотрения в Советский районный суд столицы. В ведомстве также добавили, что в отношении других троих соучастников похищения ранее уже были вынесены обвинительные приговоры.